А вот эта банка, которой пользуюсь я, тут написано 10% мочевины. Это крем для диабетиков. Более того, как правило, это крем для ног. 10% мочевины – это суперувлажнение. Так вот, я уже давно, как врач, знаю, что кожа у нас везде одинаковая. Где-то суши, где-то не суши. Поэтому вот эта вся игра для лица, для рук, для ног – это маркетинг. Это ваша ориентация, чтобы вы не один крем купили, а три – для лица, для рук, для ног. Это будет слоган нашей программы. Крем для ног с мочевиной – это лучший крем для лица. Банка 0,5 килограмма. Ну, она ее на год хватает вот так. Стоимость 300-500 рублей. Вот она, суперсила.